Москву туда собственными руками. Села в такси. А в такси парень, так сказать, восточной внешности. И вот послушайте, что говорит мать денацификатора. Нет, мне вот это... Мне навигатор так показал. Тебе навигатор какой еще показать? Что ты уебал, блядь, откуда приехал? Тебе так сделать? Не надо мне ебало здесь плющить и губки поджимать. Еще не оскорбляйте меня, блядь. Ты не выполняешь свои обязанности за деньги, которые тебе заплатили. Мразь. Ебаная, блядь. Катает меня 20 минут, блядь, по одной точке. За это время не то, что Новоясеневский, я уже там должна быть. Ублюдок, блядь. Понаехали, твари, блядь. Жалко, мой сын пока на войне. Нужно ему вернуться сюда и отстреливать, блядь. Какого хуя ты меня катаешь по кольцу-то, блядь, а? Что твой навигатор показывает? Где мы, блядь, сейчас? Я очень хорошо знаю, где Новоясеневский проспект находится. И где московские находятся. Все сказали, нужно в тоннель было ехать, блядь, а? На Житной. Что ты мне ебал сейчас включишь? Денег хуй получишь. Брат, блядь. Я хуй ебал. Катает, блядь. Тебе точку поставили, я там от нас все. Если хач, выйдет это мужчина. Хорошо. Я отправила сына на денацификацию. Сейчас езжу на выплаты его. В такси себе наконец-то могу позволить. Но раз меня везут в такси, а не на маршрутке, то ты должен вести меня так, как я этого хочу. Княгиня московская обыкновенная. Мать денацификатора. Теперь полюбуйте.